Вот, 17-го. Кирпич на печь везем на трубу. Это рядом новая дорога, мы ее пока закрыли. По той простой причине, что коровы разрушают, ходят. Только бы ручки не отломились. Это провода купили, кабель, счетчики, коробки. В понедельник вызывать будут электриков с Романом сейчас. И вот здесь на бетонных столбах кабели, кабель присоединяется. Это Потеряевки мы. Сегодня 17 сентября. Видите как? Дорогу перекрыли. Здесь и там с той стороны вывесили. Заходить, ездить нельзя. Песок не везут. Долго огородили. Видите, какая интересная работа. Утро, солнце пробивается, а уже работа во все идет. Володя придумал велосипед оставить. Так дело не пойдет. Потихоньку там на ухабах. Вон. Голуби у меня отсюда вижу летают. О, красота. Это рядом первый дом, как называют, матушки. Правда, нет, собралась в монастырь, говорят, она теперь идти. Вот здорово было бы душу спасать. Она бы этот монастырь обогатила. Она прекрасный агроном. Работает как трактор хороший. При ее-то возрасте уже лежала бы бабка где-то. Нет. У нее три или четыре тут местах, в четырех местах картошка посажена. Вот наши ребята идут. Видите, как интересно все. Это Глушков рядом живет. Вот. У него тут огородчик был когда-то. Жена Галина, прекрасная огородница. Сейчас он на урывке покупает там молоко, домик купил, перерабатывает, этим кормит семью. Труженик. О, какой след нашей тележки. Эти выдавливают. Может быть, лишнее наложили, все может быть. Ну, а если туда посмотреть, где мы брали, там 190 кирпичей осталось. Вот он уехал. Роман Малыш. Машина стоит. А дальше там техника барабаша. Вот бы ему комбайн кто-нибудь купил. Вот было бы дело. Сразу поправилось. Эти как делали дорогу, огородили, осмолили и закрыли. Как только дождь начнется, машины освободятся тогда на поле. Сейчас же уборка. Сразу сюда. И тогда песок и о гравии говорить, о щебне. 100 метров деревенской дороги будет выправлено. Богу слава.